Итак, позавчера я нашла вот этот снимок у себя на камере. У меня стоит камера. У меня стоит несколько камер. И вот время, это было 13 июля, почти 12 ночи. И вот такой снимок у меня сделала камера на движение. И вот сегодня мы разговаривали, тут многие откликнулись. Есть ли еще какая-то? Вот та же самая, но она здесь вот... вот такая вот она здесь. На движение, motion. Вот человек бежит. Тут нет ни рук, ни ног. Похоже немножко на какое-то, на чье-то платье, не платье. Это у меня на Фейсбуке. Кому интересно, посмотрите. Я пыталась увеличить эту фотографию. Увеличила до всевозможных размеров, но так ничего и не обнаружила. Вот тут вот, сейчас. Сейчас я сделаю побольше. Вот тут явно просматриваются какие-то полосочки, оборочки какие-то. У меня платья с такими оборками нет. Тут явно просматривается рукав. Может быть, это просто что-то... Одна девочка пишет, возможно, это пролетела бабочка. Я говорю, ну какие бабочки таких размеров? Это раз. Во-вторых, у меня кругом стоят сетки, и это тоже, говорят, поставьте ночное видение. Это камера ночного видения. Было абсолютно темно. И вот она так снимает, вот при этом ночном видении. Итак, дальше. Сейчас я пойду, я сейчас прочитаю, что мне там пишут, девчонки. В общем, жуть какая-то. Ну, слава богу, я не боюсь ничего. Так, смотрим комментарии. Что это было? Похоже на силуэт девушки в коротком платье. Может быть, был Дуглас прав. Но Дугласа до сих пор к нему какие-то женщины ходят. И он слышит голоса. Но есть же какое-то объяснение. Неужели Дугласу не придумалось? У меня дома тоже что-то живет, и я не знаю про... Не знаю, что по фото небольшая фигура, непонятно, очень понятно. Как тебе удалось сделать этот снимок? Я говорю, у меня стоит security камера. Она у меня снимает на движение. Это у меня на кухне. Да, это женщина в платье. Дугла знал, о чем говорил. Да, попробуйте выйти на контакт с ней. Это привидение косит под вас к платье как бы в полоску. Носят людям гардероб. Ужас. У меня нет белого платья с длинным рукавом. В сущности. В смысле, камеру пересматривала. У меня камера делает вот на телефоне. У меня, я бы показала, у меня прямо на телефоне. Я могу ехать куда угодно, открывать камеру и смотреть, что у меня происходит в доме и возле дома. То есть я все это вижу. В живом, в прямом эфире. Кто-то очень быстро, может, сама Людмила быстро прошмыгнула. Если бы я быстро прошмыгнула, ну, хотя бы... Во-первых, если я ночью хожу по дому, я ночью хожу, ну, можно сказать, практически голая. Я в платьях не хожу ночью. Я вообще дома всегда хожу в нижнем белье. И днем, и ночью хожу в нижнем белье. Платье вообще не ношу. Если мне нужно выйти на улицу, я, естественно, одеваю платье. Опубликуйте еще объекта, может, рефлекс зеркала. Зеркала стоят далеко. Зеркала... Этот снимок был сделан возле окна, возле печки. А зеркала у меня как бы в дальней части кухни. Солнечного отражения быть не может. Я написала, это 12 часов ночи. Вот второй снимок. Меня попросили, вот я выставила второй снимок. Но это с телефона я скопировала. Шумы не наблюдались, не знаю, я спала. Я в это время спала. Я, наверное, после этого точно не спала, жутко. Будто призрак в платье. История известна... Не знаю, не знаю. Я не интересовалась про историю этого дома. Продолжайте снимать на камеру во время вашего отсутствия. Я дома сегодня не ночевала, и пришла, все было нормально. На камере 23:47, да, почти за полночь. Светло как днем, потому что это камера ночного видения. А на самом деле очень темно у меня на кухне ночью. Все, заканчиваю. Если кто интересуется такими вещами, зайдите ко мне на Facebook,
Может быть, кто-то сможет объяснить, каким-то образом приблизить. Ну что это такое? Я думала, может быть, могло пролететь, может быть, салфетка. Но салфеток у меня в доме нет. У меня есть белые полотенца бумажные. Ну, что бы вдруг оно полетело? Ну, короче говоря, я теряюсь в догадках. И что это вообще было? Помогайте. Мне пока не страшно. Я с той ночью дома не была. Вот я только сегодня приехала. И сегодня на ночь я поставлю записывать на камеру. Я купила большую 200 гигабайт карточку памяти. И все будет записываться.